Дорогие абитуриенты и родители, вам нужна подготовка к ЕГЭ на высокий балл. Мы поможем вам. В 2014 году 26 наших выпускников сдали ЕГЭ выше 90 баллов. Больше 40 человек, от 80 до 90. Мы подготовили 7 призеров олимпиад, зачисленных в вузы без экзаменов. И очень многие из тех, кто пришли к нам с тройками, сдали ЕГЭ от 70 до 80 баллов. Дима, ты к нам пришел в самом начале года, в сентябре. Вот как ты сам считаешь, что для тебя изменилось за этот год? Ну, я стал более-менее хорошо делать часть Б, научился делать часть С, узнал, что такое C5 и C6, хотя бы начал читать и хотя бы что-то начал делать, ну, и, в принципе, многому научился. Спасибо. А сколько рассчитываешь ждать? Ой, хотя бы на 80, но лучше бы на 90. Хорошо, спасибо. Ты завтра сдаешь ЕГЭ. А что бы ты хотел пожелать тем, кто только начнет учиться в сентябре? Наверное, удачи, потому что ЕГЭ будет сложнее следующего года. Спасибо. Костя, завтра сдаешь экзамен. На сколько рассчитываешь ждать? Ну, хотелось бы за 80, а желательно за 90. Но чем больше, тем лучше. Хорошо, спасибо. А вот те, кто придут в сентябре и только начнут готовиться к ЕГЭ, что бы ты хотел пожелать? Готовиться и не расслабляться. Я бы готовился лично с 10 класса, но так получилось, что пришлось готовиться с середины 11. Алина, ты к нам пришла в начале учебного года. Вот расскажи, пожалуйста, что для тебя изменилось за этот год? Чему ты научилась? Что для тебя было самое главное? Ну, на самом деле, для меня самое главное была часть С в ЕГЭ по математике, и я начала решать С5. Это большой плюс, а также немножко понатянула свою геометрию. То бишь С2, С4... И стала читать С6. Конечно, С6 делится на два типа. Те, которые сразу решаются, и те, которые вообще почти не решаются. Те, которые сразу решаются, теперь, ну, как бы, для меня посильными стали. Спасибо большое. А вот какие моменты тебе запомнились? Что тебе больше всего понравилось? Ну, за весь курс обучения. Ну, во-первых, конечно, огромное количество друзей появилось. А также было очень весело. Несмотря на то, что мы решали очень много. Как бы просто нарешивали. А скажи, пожалуйста, вот тебе нравилось учиться по курсах? Да, мне очень нравилось, потому что очень приятная атмосфера и очень понятно все рассказывается, очень хорошо объясняется. Я очень много поняла и вкладывала в себя очень много нового. Спасибо большое. Наш секрет в уникальном педагогическом составе. Мы работаем более 20 лет. В нашей команде профессиональные репетиторы, выпускники и преподаватели самых престижных вузов, мастера своего дела, подготовившие тысячи учеников, авторы учебников и видеокурсов для школьников. Основа вашего успеха – регулярные занятия, тренинги и интенсивы. Тысячи решенных задач, ежедневных открытий, маленьких и больших побед. Вместе с вами, шаг за шагом, мы пройдем путь от сомнений и неуверенности к успеху на экзамене. Мы хотим, чтобы качественное обучение было доступно всем. И поэтому для нашего первого потока, который стартует в сентябре, мы делаем скидку на все предметы на весь курс обучения в размере 25%. Ждем вас на наших курсах подготовки к ЕГЭ.